Мое почтение, уважаемые сеньоры, Бантос Илья Георгиевич. Смены сезонов не будет уже нигде. Мой март заметают январские листопады, и время и я теперь выправлено горбато. Тщетно ищу заменитель живой воде. Мысли качаются, брякая и скрипя, как старый шаман на краю своего обряда. Мой выдох приходится в губы кому-то рядом. Я прихожу неудачно, почти в себя. Выбрав не самую гулкую из пустот, прокуренный вечер прильнет ко мне теплым телом. Пусть вечер не тот, кого мне всегда хотелось. Что тут поделаешь, если и я не тот? Ближе к утру, если впишется в поворот, теряя свои костыли на шальной дороге, хромой апокалипсис, личный и кривобогий, выйдет из глотки в наивно открытый рот. Спасибо.